вы посетили предприятие по перевалке угля и оценили, в частности, как ведутся работы по устранению вот, пыления, да? Как оцениваете, насколько справляетесь, вы знаете, что сделано? Были жалобы со стороны населения по мысу Астафьево, там не только мыс Астафьево, там рядом еще есть предприятие. Поэтому мы заехали на мыс Астафьево, посмотрели, что делает стивидор в части экологической безопасности. Вот, увидели, что работы действительно реально ведутся. Есть закрытые именно конвейера. Вот, ведется работа по строительству такого большого бункера с подачей, с тем, чтобы подача была тоже закрытая. Вот, по плану работы они должны до конца года закрыть и эти угольные шахты. Ведется контроль автоматической аппаратуры за работой пушек, за выбросом ПДК. Вот, поэтому посмотрели, поговорили с коллективом. Там порядка 500 человек работает, жители и находки, партизанска. Этот фактор тоже мы всегда учитываем. Вот, то есть, ну и заодно посмотрели, в каком состоянии находится прилегающая территория, улицы вместе с главой города, с Борисом Игнатьевичем. Там необходимо тоже по просьбе жителей, которые обращались, сделать освещение, сделать тротуары. Поэтому город разработает сейчас сметную документацию, мы поможем ему с выделением необходимых финансовых средств на эти цели. И, в общем-то, мы будем продолжать мониторить и другие компании, как они выполняют соглашения по